Выдающиеся условия для футбола сегодня созданы на Энфилде, и погода под стать стадион. Смотреть матч вместе с вами сегодня буду я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Ливерпуль против Саутгемптона. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команд. Вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Голкипер Алисон Бейкер. Вирджил ван Дик в защите сыграет с Жуэлем Матипом. Мохамед Салах начинает с Садио Мане на флангах полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Диого Тейшейры. Посмотрим на состав Саутгемптона. В воротах Фрейзер Фостер. Джеймс Уорд-Проуз с первых минут играет с Ромео Видалем в центре полузащиты. Два центр-форварда. Это заявка на атакующую игру. И у игроков средней линии больше возможностей для обострения игры. Редкий матч с участием Ливерпуля получается скучным. В новейшей истории у команды часто менялись тренеры, однако одно оставалось неизменным. Матчи с участием Ливерпуля в своем большинстве интересно смотреть. Эту команду как любят и, в принципе, также ее подвергают серьезной критике. Потому что в этом как раз и состоит феномен современного Ливерпуля. Команда может обыграть любого соперника по чемпионату и тут же в следующем туре проиграть, например, середняку, а то и вовсе аутсайдеру. Можно мяч в штрафную навесить. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру, дал доиграть эпизод. И после только остановки матча выписал желтую карточку этому игроку. Мохамед Салах. И пас перехвачен. Явно не получился тот подкат, что скажет судья на это. Желтую выписывает арбитр игроку Ливерпуля. Можно было сыграть аккуратнее в этой ситуации, по-моему, арбитр прав. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Диогу Жота. Тьяго Алькантара. Мане. Тьяго Алькантара. Хендерсон. И пас перехвачен. И как он дальше мячом распорядится? Браво, защитник! Мохамед Салах. Хорошо отдает в движение.